Говорил же себе, надо заниматься. Сейчас бы не было вопросов. Начал же еще в детстве. Зачем бросить? Вроде тело еще живое, только вот огня нет, одни искры. Может, ветер еще раздует свежий, но, видимо, не так быстро. Сгоревшую лампочку же выбрасывают, ничего странного. Это воск можно собрать, вставить новую нить и поджечь заново. Хорошо бы к любому успеху применять функцию умножения, но так не хочется попадать в зависимость энергии от напряжения. Хорошо бы иметь генератор внутри, а вместо кожи изоляцию. Ведь чтобы изменить этот мир, нужна атомная или даже ядерная реакция. Охота же такую, чтоб полной грудью, чтоб что ты делаешь, являлась ее сутью. Ну чтоб работа была в кайф, там дома, чтобы крепость, чтобы была любовь, исчезла, чтоб нелепость, и денег, чтобы было. Ну как сказать, короче, чтобы был такой карман, и чтобы их оттуда брать. И брать, и брать, и брать, и невозможно, чтобы было их оттуда все забрать. Вообще, чтоб было все рифмовано и складно. Одно, чтоб заодно, и чтоб все шоколадно. Чтоб захотел грибы, и чтобы мог поесть. Да чтоб ума хватало, да так, чтоб все учесть. Чтоб подавились все, кто вдруг захочет тебе съесть. Вообще, чтоб не было врагов, чтоб правдой становилась лесть. И чтоб горело все внутри, да так, чтоб взглядом плавить жесть. А я смотрю на градусник, там 36,6.